Сегодня в местности Артодайдо Хангаласского района установили памятную стелу в честь достижения площади в 1 миллион квадратных километров особо охраняемых территорий Якутии. Активное развитие современного заповедного дела в республике началось с 1994 года. Тогда свет увидел указ первого президента Якутии Михаила Николаева о мерах развития особо охраняемых территорий. А уже в феврале 1995 года в республике создали природный парк «Ленские столбы». Егор Афанасьевич поднял планку, поставил задачу поднять и расширить территорию до 1/3 земель республики. Тем самым мы сегодня отмечаем природоохранные структуры, общественность, экологи, районные представители о том, что мы достигли 1 миллиона квадратных километров. Тем самым сделали очень серьезную заявку в систему особо охраняемых территорий Российской Федерации. Все наши опыты муниципальные и региональные входят в систему опыта Российской Федерации. И сделали очень серьезную заявку в защиту биосферы всей Земли.